да, и направлен на принятие соответствующих решений. Я уже говорил, что же повторять-то в третий раз. Но если наши представители даже в суды не допускают, куда это годится? Тогда еще один вопрос. Вот это, знаете, в каких-то странах, может быть, это и нормально, когда там в других регионах мира детей усыновляют и потом посылают представителей этих стран подальше, либо они не интересуются судьбой этих детей. Но мы интересуемся, я считаю, что это правильно, мы делаем, что интересуемся. Понимаете? А, вот... You gonna die, bitch! Yes.